обычно дома мамка. После сигнала футбольного арбитра в схватке сошлись участники чемпионата «Солидарность». Мы продолжаем приобщать наших детей к спорту. Это футбольное поле мы не раз восстанавливали уже. На этом футбольном поле 5 лет дети занимаются в бесплатной летней футбольной школе. Сегодня мы устроили футбольный турнир для детей нашего района, ближних Мельниц и Черемушек. К соревнованиям футболисты готовили самостоятельно, снова и снова отрабатывая удары на родном поле. Они все время проводят на площадках, они все время проводят вместе, в команде. То есть они лучшие друзья, их не лучшие качества – это командный дух. После серии матчей «Скай» не без труда сломил сопротивление команды противника. Уже определился победитель. Это одна из наших самых сильных команд, команда «Скай». Это ребята с улицы Терешкова, генерала Петрова и Гайдара. Вот, молодцы, хорошо играют. Самого лучшего игрока направим в профессиональный футбол, в команду «Черноморец». На этот раз им стал Азик Аскеров, капитан команды победителей. В ее составе играют очень разные юноши, которых объединила любовь к футболу. У нас три человека из Азербайджана. Там есть таджик, есть русские, украинцы. Ну да, интернациональная команда. И разных возрастов, и национальностей. Так в уютных дворах и страсти к общему делу и рождается спорт без границ. Юлия Пробочай, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.